Özbekistan'dan qonaqlarımız var. Mən onları salamlamaq istəyirəm. Sayora xanım, добро пожаловать. Хош гəlmisiniz. Məncə Azərbaycan dilində хош гəlmisiniz biləcəksiniz. Buyurun. Evet, anlıyorum Azərbaycan dilini biraz. Assalamu alaykum. Здравствуйте. Да, я приехала из Узбекистана. И сейчас мы лечимся в центре Бердавид. У меня дочка 2 года. И ее ставили диагноз задержка психоречивого развития с элементами аутизма. Demeli, Sayora xanımın qızıdır da, qızının 2 yaşı var, artıq onun diagnozu bəllidir və onlar Özbəkistandan, əslində Sayora xanım Özbəkistandan deyil, düzdür, özbəkdirlər, amma 20 ildən yuxarıdır ki, Almaniyada yaşayırlar və hal-hazırda elə Azərbaycana, Bakıya uşağın müalicəsi üçün birbaşa Almaniyadan gəliblər. Bir daha söyləyirəm, xoş gəlmişsiniz, добро пожаловать. Bəzi adamlar bir ildən sonra bilirlər. Bir ildən sonra? Bəli, bəzi adamlar уже 2 ildən sonra özünü göstərir ki, uşaqda autizm var. Когда вы смогли понять, что в вашем ребенке спектр аутизма? Я знала, когда ей был год, она другая. Но диагноз поставили, когда ей 18 месяцев. Я сюда приехала лечиться, когда ей было 23 месяца. Сколько ей было? 23 месяца. 23 месяца. Я сюда приехала. 23 айлык оланда ушак не кадерли олур? 2 яш, 2 года. 2 яш якан, yani. 2 яш ярым. Ага. Ama 1 yaşından sonra artık hissedip, ana artık 1 yaşından sonra hissedip ki uşakta nese değişiklik var. Nece hissettiniz onu? Как вы смогли понять? Потому что я вижу, она другая, и она не понимает обращенную речь. Она когда ребенок... На ваш класс? Не всегда. Не всегда. Но ага, со мной она... Она была очень чувствительная. Если кому-то ей не нравится, она даже не смотрела. Вот со мной она более-менее хорошо ведет себя. А вот я чувствую, да, ребенок должно быть вот интересоваться везде, да. Вот она иногда была в своем мире, и она спокойная, тихо. Это тоже нехорошо. Я начала ее наблюдать. Необщительная была. Да, да, да. Вот я начала наблюдать, и потом я начала ходить к врачу консультацию, когда ей было 18 месяцев. И ушло время, что МРТ сделали, слух проверяли, ИГ сделали. И в конце концов я вижу, что надо лечиться, но не традиционным методом. Я не хотела медикаментозное лечение в этом возрасте. И просто ждать до 3 лет я тоже не хотела. Я искала альтернативу. Я знала, что есть выход. Есть выход. Да, вот аутизм – это не болезнь. Если вовремя помочь, ребенок могут стать независимым, зарабатывать, жить. И я сделаю для нее все возможное, что она была нормальна. Сейчас терапия с Юсефа Айхел. И у дочки я чувствую сейчас изменения. У нее была впадина в черепе. И сейчас сколько сейчас ей лет? Ей 2. Мы уже месяц сейчас проходим лечение, и мы будем продолжать еще месяц. И сначала я думала, мне казалось, вот я сейчас более понимаю, что она начала понимать, у нее развивалась моторика, она сейчас дверь сама открыт и закрыт умеет, раньше этого не было у нее, а лестница сама спуститься тоже умеет, и как будто вот я сначала говорила, что она меня понимает. А сейчас вот ручку дай, она мне дадут ручку. Ага. Раньше я боялась, что она... Ну, пока еще она не говорит, но Юсефа Айхел говорит, продолжаем лечение, она будет... Когда ей будет 3, она будет пойти при школу в Германии. Там очень строго, да, в законе, ага. Если ребенок должен быть очень адекватным, чтобы пойти в нормальную школу, да. Быть нормальным ребенком. В Германии. Да, ага. Вот, да, поэтому я сначала я очень волновалась, вот за сейчас уже месяц я вижу, что она более независимая в моторике, и, конечно, это влияет ее речь тоже. Так мне вот объясняет там психолог, вот Елена Ханым тоже там, мы с ними обсуждаем результаты, и я сейчас более спокойна, что она будет готова вот эту при школу, и мы продолжаем терапию.
Demek ki, əziz tamaşaçılarımız, diqqətinizə çatdırım ki, Sayora xanım Özbəkistanlı bir ailədir, özbəkdirlər, amma Almaniyada yaşayırlar. Yəni, bizim ölkəmizə, Azərbaycana övladlarının müalicəsi üçün Özbəkistandan deyil, Almaniyadan gəliblər. Uşağın 2 yaşı var, qız uşağıdır və müalicədən əvvəl uşaq, yəni deyir, məni bir ana olaraq da, yəni anlamırdı da, uşağın anlayışı yox idi. Yəni, autizm uşaqlarının heç birisində bu anlayış olmur. Yəni, uşaq sanki sənin kim olduğunu bilmir. Hətta uşaq özü-özünü belə anlamır, bilmir. Yəni, heç bir şey, elə bil ki, necə anladaq tamaşaçılarımıza, lap belə, loru dilindən deyək də, elə bil ki, uşaq bir vakumun içərisindədir də, bir elə bil havadadır. Uşaq özü uşaqdırmı, bu insandırmı, ətrafındakılar əşyalardırmı, öz dünyasındadır. Onun yəni, sizlə sanki arasında bir belə sədd var. Bax, o səddi qırmaq lazımdır ki, uşaq sanki belə ananı, atanı, ətrafı anlaya bilsin. O vəziyyətdə imişlər və deyir ki, müalicədən sonra indi məsəl üçün qələmi ona verəndə artıq o qələmi məndən alır, qapını açıb örtə bilir, pləkənləri özü artıq düşə bilir, görün nə qədər yeniliklər olub. Və Sayora xanım deyir ki, biz Almaniyada yaşayırıq, Almaniyada bir uşağın məktəbə getməsi, düzdür, bizdə də çox ciddidir, uşaqlarımız məktəbə qədər mütləq hazırlıq kursunu keçməlidirlər, Almaniyada da bu belədir və deyir, mən çox həyəcanlı idim ki, bu uşaqda bu problemlər var və bu 3-4 yaşından sonra artıq o məktəbə qədər kurslara gedəcək, necə olacaq və biz bunu Yelena xanımla tez-tez müzakirə edirik və Yosifa xanım, Yosifa Eyxel mənə söz verib ki, bu uşaqda hər şey normal qaydasında olacaq, Daybok.